Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое исключает из перечня обязательных документов при замене утерянного удостоверения медицинское заключение о наличии или отсутствии у водителя противопоказаний. Документ опубликован на сайте Кабмина. Также медзаключение не потребуется, если водительские права меняются из-за износа или повреждения в случае изменения в них персональных данных владельца или при получении международного водительского удостоверения, сообщают РИА Новости. Однако медицинское свидетельствование остается обязательным в случаях, предусмотренных статьей 23 Федерального закона о безопасности дорожного движения.